Всем привет! Сегодня я вам покажу, какими настройками в камере я пользуюсь. Итак, приступим. Первая вкладка – это касаемо фото. Здесь я выбираю формат RAW плюс JPEG. Зачем мне это нужно? Потому что я записываю сразу на две флешки. То есть на первую флешку на быструю пишется RAW, на второстепенную пишется JPEG для подстраховки и так далее. Тип RAW у меня стоит не сжато. Качество JPEG сверхвысокое, иначе смысл от JPEG пропадает. А вот размер JPEG я выбираю именно medium. То есть есть large, medium и small. Здесь мегапиксели пишут 24, 10 и 6. Я выбираю 10. Это более чем достаточно, чтобы перекинуть быстро файлы заказчику. Дальше формат 3 вторых. APS-C Super Zoom у меня стоит ручной, и съемка выключена. То есть я его включаю по умолчанию, когда мне это необходимо. Следующая вкладка, какие настройки. У меня цветовое пространство sRGB, не Adobe RGB, а именно sRGB. Коррекция объектива, у меня стоит все авто. Это нужно для того, чтобы фотографии именно снятые в JPEG получались уже скорректированными и готовыми просто к отправке. Естественно, RAW файлы это не касается. Дальше. Выбор сцены. Режим протяжки у меня идет непрерывная съемка. Я всегда снимаю, в основном снимаю в этом режиме мультисъемки и со скоростью, средней скоростью, mid. Вот, установка брекетинга, я не знаю, что это такое. Память. Здесь я забиндил настройки, то есть на цифру 1 я забиндил настройки под фото, на цифру 2 под видео. Вот, носитель, гнездо 1, то есть у меня флешка стоит скоростная в первом гнезде. Это нам не нужно. Здесь у меня настройки идет непрерывный автофокус. Акцент непрерывного автофокуса, это вот как раз вот AFC. Я снимаю именно в этом режиме. Вот, установка приоритета акцент на баланс, Область фокусировки здесь сугубо индивидуально, то есть в зависимости от ситуации. Настройка фокуса, это я ничего не включаю. Здесь у меня выключено. Подсветка автофокуса, Центр следящего выключен. Настройка лицо-глаз. Здесь у меня стоит все включено. И еще по приоритету человек. То есть, если я снимаю людей. Вот. Чувствительность следящего фокуса. Стандартная троечка. Автофокус с затвором включен. Дальше. Здесь у меня такие настройки. Далее. Режим измерения яркости экспозиции у меня идет мульти по всему кадру. Приоритет лица включен. Точка экспонометра центр. Это нам не нужно. Вспышку пропускаю. Баланс белого, автобелый стоит у меня. Установка приоритета на автобаланс белого, белый. Творческий стиль стандартный у меня стоит. Я никакой не выбираю. Он нужен в основном для JPEG фотографий. Потому что RAW, сырой файл, вы его сами настраиваете. DRO стоит авто. Автоматизация динамического диапазона авто. Это, в принципе, тоже нужно для JPEG файла, чтобы яркие участки стали менее яркими, а тени стали более подсвеченными, скажем так. Так, здесь. Так, далее. Это касаемо видео. Мы перешли на вторую вкладку видео. Я снимаю в формате 4К 25 кадров, 100 мегабит. Битрейт. Вот, дальше. Скорость автофокусировки нормальная. Чувствительность следящего автофокуса стандартная.
Запись звука включена. Отображение звука. Так. Уменьшение шума ветра выключайте, потому что эта функция портит качество звука. Лучше всегда снимайте на петлю, либо на внешний микрофон. Стандартный микрофон, ну, здесь так себе. Отображение метки включено. Настройка метки. Здесь у меня такие настройки. Центр выключен. Вид 2.35 на 1. Здесь безопасные зоны включены. Дальше видео с затвором включено. Бесшумная съемка у меня включена. Когда я снимаю на улице при дневном освещении, я снимаю всегда на бесшумную съемку, чтобы можно было спокойно подходить к человеку и незаметно снимать. То есть в стрите это очень классно. Естественно, если вы работаете со вспышкой, то обязательно режим затвора, бесшумная съемка должна быть выключена, чтобы правильно снимать именно со вспышкой. И в вечернее время начинает стробить, если эта функция включена, ее тоже выключаете. Так, дальше. Да, это у нас что такое? Авто здесь у нас, настройка Steady S. Дальше. Здесь у нас идет настройка видоискателя, настройка зебры, сетка. Вот. Дальше. Здесь я настраивал пользовательские клавиши. То есть, например, на пользовательские клавиши на фото у меня настроено вот так. Колесо ISO. ISO. Специальная кнопка бесшумная съемка. Область фокусировки. Режим фокусировки. Профиль изображения. Далее. Центральная стандартная фокусировка. Ну, как вы видите, можете поставить на паузу и посмотреть, что здесь я на что настроил. Это у меня как раз как горячие клавиши настроены на C1, C2, C3 и так далее. Пользовательские клавиши для видео. Здесь у меня идет ISO на колесо. Дальше у меня идет профиль изображения, поддержки гамма. Кроп режим APS-C. Можно переключать на кроп, либо полный кадр. Центральная кнопка баланс белого. И дальше у меня уже практически ничего не назначено. Пользовательские клавиши при просмотре изображения. У меня здесь вот такие вот. На специальную клавишу 3 я назначил оценку. То есть при просмотре определенных кадров я могу выбирать, сразу ставить оценку подходящему кадру, например, 5 звезд, чтобы в Lightroom или в Photoshop уже непосредственно автоматически видеть эти метки. Они вшиваются в теги фотографии. Так. Это уже у нас идет меню настроек вот этих вот. У меня настроено так. У вас может быть настроено всегда по-разному, потому что в зависимости от ситуации и то, что вам необходимо использовать в данный момент. Вот здесь у меня режим протяжки, режим фокусировки, область фокусировки, приоритет лиц, глаз, бесшумная съемка, размер, режим измерения экспозиции, экспонометр, интервальная съемка, приоритет носителя, творческий стиль, баланс белого, уровень звука и распознавание объекта в кадре. Вот. Далее. Далее. Здесь у нас... Я, кстати, всегда включаю режим полета, чтобы экономить заряд батареи. То есть, если мне не нужен Bluetooth и Wi-Fi. Дальше. Вот основной носитель у меня как бы гнездо 1 под флешку. Так, здесь у нас яркость монитора я установил максимальную, чтобы в яркий солнечный день можно было видеть с монитора больше яркости, лучше картинку в солнечный день. Яркость видоискателя у меня настроена. Авто, тут ситуативно все, настраивайте, как вам нравится. Здесь подтверждение удаления. Сначала удаление у меня стоит функция. Это очень удобно. Советую вам поставить ее.
Качество отображения высокое. Время назначения сохранения заряда батареи, то есть через минуту у меня камера автоматически выключается. Вот, снимаю я все в формате PAL. Это американский формат под... Господи... Под всякие передачи и... В общем, я снимаю в PAL, и тогда у меня не стробят лампочки на видео. То есть, если я снимаю видео в 25 кадров, у меня не пересекается частота с частотой колебания тока в нашей сети, и, соответственно, лампочки у меня не стробят при съемке видео. Это тоже важно. Сенсорное управление у меня стоит включено. То есть, это по дисплеям. Только сенсорная панель. То есть я могу тапать на экран и выбирать нужные непосредственно области фокусировки. Так, USB-соединение, съемный диск, но это сугубо индивидуально при ситуации. Здесь настройка даты, часовой пояс, это все уже вы можете проставить сами. Здесь можете посмотреть модель. Да, то есть версия прошивки 4 на сегодняшний день последняя, и версия объектива 1. И дальше у меня идет пользовательское меню, где я закинул быстрое то, что мне нужно. Это бесшумная съемка, выключить, включить. Но она у меня есть уже непосредственно и в меню function. И сразу я сюда закинул форматировать карточку. То есть нажимаю форматировать, выбираю гнездо, которое мне нужно форматировать. Формат видео 4К, режим полета, то есть то, что мне необходимо, чтобы быстренько переключиться. Кстати, переключаться по меню можно быстро в клавиши function, то есть вы раз, два, три, четыре, пять, шесть, и сразу бац, попали сюда за 6 кликов. Вот, вот это, кстати, меню function, здесь тоже вот можно выкинуть все, что угодно, все, что вам душе угодно, сюда. Вот такие настройки использую я при съемке. Мне очень нравится, очень удобно. Клавиша C1 у меня отвечает за область фокусировки. Клавиша C2 у меня включает бесшумный режим. C3 у меня включает режим протяжки. И C4... Не знаю, что включает, не помню. Итак, это были мои настройки. Те настройки, которые я использую непосредственно каждый день. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. С вами был Антон Аванзата. Увидимся в следующих видео.